Чем опасно своевременное протезирование? Своевременное протезирование опасно тем, что после истечения определенных сроков происходят необратимые процессы. Первое – это атрофия кости, второе – это смещение зубов в зону отсутствующих зубов. Всем нашим пациентам, которым мы удаляем зуб и по какой-то причине мы не можем установить в день удаления импланта, мы рекомендуем определенные сроки. Как правило, это 4-6 месяцев для того, чтобы лунка зажила, и пациент приходит вновь на контрольный осмотр, мы проводим компьютерное исследование, осмотр полости рта и решаем дальнейшее лечение. Если в этот период пациент к нам по какой-то причине не попал, начинается процесс. Первое – это атрофия кости, перестройки кости, да, так устроен наш организм, нет зуба, кость не нужна, и начинается процесс резорбции костной ткани. Это в последующем приведет к удорожанию лечения, к сложным костным манипуляциям и так далее. Второй момент – это зона отсутствующего зуба. Зубы наши под действием жевательной статической нагрузки ежедневной начинают смещаться. Как соседние начинают наклоняться, так и противоположные начинают выдвигаться. И даже если пациент спустя какое-то время соберется все-таки прийти к нам и спротезироваться, либо поставить имплантат и спротезироваться, условия будут отсутствовать, потому что зубы сместились и уже некуда протезировать и ставить имплантат. Поэтому будет добавляться дополнительная подготовка лечения в виде ортодонтического раздвижения, выдвижения и установки зубов в свое положенное положение.